Здравствуйте! Сегодня мы с вами рассмотрим одну из экзаменационных задач. Итак, выписано несколько последовательных членов геометрической прогрессии. 2, х, 18 и минус 54. Найдите член прогрессии, обозначенный буквой х. Значит, дело в том, что эту задачу можно решать по-разному. Я переведу два самых простых способа решения. Тот, который вам понравится, вы и будете решать. Итак, чтобы найти Q, первый способ, нам надо последующее число поделить на предыдущее. То есть, минус 54 мы делим на 18. И получаем, что это минус 3. Я покажу стрелкой, так удобнее. Далее, чтобы найти х, мы должны 18 поделить на минус 3, итого получается минус 6. Второй способ решения. Значит, я не буду искать q, я сразу составлю пропорцию. Итак, все основывается на эти стрелки. Итак, мы возьмем те члены, которые стоят рядом с х. 18 мы делим на х. Это q, правильно? А с другой стороны, это х, деленное на 2. Решаем такую пропорцию крестиком. Получаем х квадрат равняется 18 умножить на 2, 36. Отсюда х равняется плюс-минус 6, но мы внимательно смотрим, что мы имеем один из членов прогрессии число минус 54, значит, х равняется минус 6. Одно положительно, одно отрицательно. Положительно, отрицательно. Но я хочу сказать, что второй способ, в нем, конечно, можно допустить ошибку. Лучше решать первым способом. Спасибо за внимание.